Так, опять звонит этот полупридурочный. Давай, здорово. Вот описание. Кровь на теле, исчезла обувь в кровавых пятнах, трусы на голове. Трусы на голове — это по-любому ват. Сразу с лету, без разборок. Вот так вот. А вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, и мы продолжаем играть в Peace Death. И у нас сейчас... Что у нас сейчас? Время плюс 60. Да не нужно мне 60. Строгие правила. Дополнительное влияние чужому всаднику в случае поражения. А я уверен, что я выиграю. Все будет хорошо. 25-й день. Давай, поехали. Чистилище подтянулось, жнец. Они застолбили за собой черный цвет глаз. А, понятно. Да-да, сверхъестественное говорит нам, что черные глаза — признак демона, но это совсем другая игра. А я этот сериал совсем иначе называю. Супернатуралы. И самый супернатуральный там Дин. Как ни крути. Ладно, поехали. Все, у кого глаза светятся черным цветом, должны быть отправлены в чистилище, окей? Давай, давай. Да ты вроде как в рай метишь, а ты в ад. И ты. А у тебя чё? Да ты туда же, металюга, блин. Что тут с глазами? У тебя все нормально? Отказался? Хорошо. В смысле? То есть как это? То есть чё это, блин? Чё это ошибка? Что у него там было вообще такое? Металюга, в ад. В чистилище. В ад. Так, что, смылся? Хорошо. Ходи-то эту... Ходи, то делай сюда, царь, во дворца. Хорошо, в рай, все, хорошо. Ой, да ты не смываешься правильно вообще. Ват. Ты не отказался от банана, ват. Ват. А ну-ка. Да ты что? Ну тогда в чистилище. Так, ну давай, посмотрим. Это вот как-то так. Подожди, блин. Ай, твою мать. Чтоб тебя. Так, там нужна вообще единица. Хорошо, сейчас заберем единицу. На, вот так вот. Накручивай давай. Вот, все равно успеваем. Ну и двигала музыка, да, бывает. Ват. Чистилище, ват. А ты куда? А ты... А, ты не отказался от бухла. Ну, бывает такое, прикинь. Не отказался от бухла, попал в ват. А этот чистилище попал. Ну что? Добрый день. Здравствуй, клиент вызвал у меня ряд вопросов. Вот описание. Рассказал анекдот, чешет зад, танцует, теребит сосок. Вообще странно они себя ведут порой. Отправить его в чистилище? А зачем? Нет? Ой, чистилище. А ты куда? Ты не отказался от бухла, мужик. А ты от волыны. Что же вы за люди такие? А ты вообще черноглазый. И ты чё, ты нормальная? Давай-ка. Все нормально, в рай. А у тебя? Ой, да ты отказался от Библии. Как ты посмел? Здоров. Вот описание. Хочет обниматься весь в ожогах, глаза полыхают огнем, отправить его в чистилище? Нет. Они же огнем-то полыхают. А это считается за оружие? По-моему, да. Нет? Это не считалось за оружие? Ну, вообще-то хрен знает. Может, у него под щитом меч был. Ладно, в рай. Ват. Ты нормальный, да? Шахиды сплошные, блин. Вообще, святоши. В рай попадает только на раз. Да, я тебя ждал уже. Вот описание. Играет в Pokemon Go, крепко держит книгу сатаны. Подарил мне карандаш, думаю, его в рай. Да ты с ума сошел. О, опять-то тефтелька, блин, пришла. Ну, отмылась хорошо. Чё-то с тобой? Нормально все, хорошо? Оп. Ой, да ты видишь, что ты сделал-то вообще. Капец, опять ты, ну давай. Вот описание. Футболки Металлика. Потерял интерес, смотрит на меня. Бросил оружие, отправить его в рай? Да нет. Подожди, футболки Металлика? Это же Металлюха. Не. Вот видишь, о да. А ты вообще не отмываешься. А ты что тут с тобой? Ты не отмываешься, прикинь. Металюга. В рай. Вот как-то так. По-моему, это даже меньше, чем на Бэху. Не. Ну ладно. О, оружие правды теперь стало адекват. Нифига себе. Ну нифига себе у них тут звание.
В очередной раз чума и война затеяли простой, но эффективный способ развлечься, и теперь нам с тобой, Жнец, нужно бороться с этой проблемой. Чума организовал распространение вируса с замедленным действием и очень труднодобываемого лекарства к нему, а при поддержке войны люди начали убивать друг друга ради этого лекарства. А, ну понятно. У них очень долгосрочные планы на этот счет. Потому что без препарата вирус смертелен, но он не мешает людям увеличивать свою популяцию. Ну, вот так вот. Во имя рационализации, Жнец, нам нужно расхреначить всю планету целиком, чтобы ликвидировать нашу бушующую большую проблему зародыша будущую. Расхреначить? Не надо. Ты знаешь, не надо всю планету хреначить. Пускай там себе чума получит немножко и война. Хрен на них. У тебя и так он намного больше влияния. Уровень без катастроф. Нет, будет неинтересно. Авторитет. Дополнительное влияние всаднику-заказчику. Ну, вот это вот пускай будет. Давай. Давайте мне 26-й день. Адекват, блин. Ну, серьезно. Сейчас будет неадекват. Мани. Хотелось бы мне, конечно, согласиться с заданием на сегодня, Жнец. Но я как работодатель понимаю наших клиентов. Нужда денег свойственно нам управляющий, но, увы, не все так могущественны и не подвержены алчности, как я. Ясно. Любые существа с богатствами в руках должны быть отправлены вместе с ними в ад. Я все понял. Давай, время, деньги. Даю, время, деньги. Че, ты отпустился? Нет, ну иди. Иди погуляй с сатаной, там ты туда же. А ты в рай. В рай, тебе дорога заказана, а тебе тоже. А тебе чистилище. Круто. Вот так вот. Сегодня быстро идем, да? Здравствуй, Жнец, у меня проблемы, да? Вот и без Сани. Широко улыбается, бросил оружие, кровь под ногами смылась, думаю, его в ад не надо. От сосиски не отказался в ад. Отказался от Библии в чистилище. Что? Вот описание. Кровь под ногами смылась, бросил оружие, хочет чашку кофе, не хочет в чистилище. Думаю, его в рай. Да нет, не получится. Че, бабло в ад. Опа, смылась. Хорошо. Ой, да ты, вообще краснота пошла. Смылся? Ну, хорошо. Смылся так... Ой, да нет, все, ты с баблом, ты сразу... Что? Отработали тебя, все, ты нормальный. С баблом сразу. Линкольн, а ты отказался. Ну давай тогда в чистилище посидишь. Что у тебя тут? Ничего, нормально. Отказался? Отказался. Молодцом. Ты в чистилище. Ты тоже в чистилище. А ты куда? А ты в ад. Понимаешь? Зомби попадают в ад. Но не всегда. Хорошие зомби попадают в рай. Бывают ли хорошие зомби? Бывает. Как показала практика. Так, ну, доброго ничего, приятель, доброго. Вот описание. Кровь под ногами смылась, кровь на теле исчезла, танцует, бросил оружие, отправить его в чистилище. Ну ладно, давай, да. Ой, да что ж ты бросил-то, Вот боксеры очень часто, кстати, нормальные такие ребята, давай, вали. Гэндальф, да ты вообще не отмываешься. А ты отмываешься. Ты не отмываешься, видишь, как бывает. Так. 3-1-2, да? Сейчас найдем тебе 3, блин. Сейчас вот заберем. 1-2. Эх! Ладно, давай заберем. Секунду. Тихо. Нет, вот как-то... Дожди, блин. Во! Все, нормально, накрутили. Металюга, вот! Ты... Да ты нормальный чувак, практически. А ты не очень. А ты тоже нормальный. Чистилище по тебе плачет. С рогами, ладно. С глазами в рай. Молодец. Вот. Да. Я с вас угорающий, красный. Как вы куда-то хотите прорваться? Если я только кнопки не перепутаю. Б с плюсом. А что ж не а ты? Чуть-чуть не дотянули по времени, да? Ну ладно.
О, чумаза говорила, надо же. Давай, чумазы, это кошмар, жнец. Что за кошмар? Завтра проходит симпозиум смертельных болезней. Я приглашен туда единственным и почетным лектором. Ведь нет никого настолько же умного, кто, как я, разбирается во всех болезнях. Но дело в том, что мне нужно кого-то оставить и тут. Можешь мне отработать день в... Да, отработать день в свою пользу. Да, пожалуйста, окей. Хорош, да, я как раз хотел... Тишина поможет тебе, жнец. Награда после работы. Это подсказка? Тишина поможет мне? Хорошо. Ой, зеркало, блин. Утопия. Уровень без катастроф. Да не надо. Сейчас будет весело. С зеркалом всегда получается весело. Прям вот всегда. Ладно, давай. 27-й день. Играем. Играем. Люди избрали первого короля. Жнец, ты свидетель. Вот так вот, да? Короли – это те же люди, но они управляют другими людьми по их собственному желанию. Некоторые из королей и людей ставят себя неправдоподобно выше других, неоправданно, подвергаясь одному из грехов – гордыне. Да, нет, это не как всадники апокалипсиса, так что… Что за взгляд? Да ничего не за взгляд, хватит, слушай новое правило. Существа с короной на голове должны быть отправлены к себе подобным в ад. Я понял. Давай, всадник, исполняй свои обязанности. Ну давай, отправим его в ад. Слышь, ну ты металюга. Эй! Зеркало, да, зеркало. Чак Норрис, ты нормальный? Тогда в рай. А ты тоже в рай. А ты отказался? О, да ты с короной, да? Ну тогда в ад. Да-да-да. Ай, да как ты мог ты? Как ты мог ты? В ад, блин. В ад. Ты куда? В ад. В ад. Ну что там? Что там у тебя? Вот описание. Грустит. Крепко держит священную книгу. Просил закурить, отправить его в рай. Да. Круто. Не круто. У тебя совсем не круто. Чак, Чак, Чак. Какая ошибка? Какая ошибка? Он отказался от волыны. Какая ошибка? Я копал, вот я тут. Ну, молодец, копай дальше, иди нахер. Чё это такое? Привет, как дела? Необычный посетитель сбил меня с ритма. Ну, давай. Чешет затылок в футболке Металлика. Кровь на теле исчезла, отправить его в чистилище. Да он в футболке Металлика. Явно металюга. Ладно, не надо его в чистилище. Отказался? Не отказался. Ну, тогда, блин, вы, конечно же, в рай, да? Как бы. Пытаюсь сообразить, чтобы не перепутать кнопки. Чистилище не хочешь, тогда иди в ад. Так, а ты сразу в ад. И ты туда же. Тем более. Давай, 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 поговори со мной. Пытался поспать, не хочет чистилище, обмочил штаны, думаю, его в ад. Да чё это его в ад сразу? А что случилось-то? Ладно, пофигу. Сделай мне больно, на. Получи, что хотел, давай-ка. Супермент. Ну ладно. В ад. Ты в ад. Ты... Что это? Ничего тут нету? Чистилище. В ад. Нормальный. Катастрофа, блин. Вспышка игровой зависимости после выхода League of Legends. Ну, бывает и такое. А ты не отмываешься. В ад тебя. А ты отмылся. Ну, тогда тебя сюда. А ты сюда. А ты, блин... А ты с короной, да? Ну, нафиг тебя. Ты отказался от Библии, как ты мог. Слышь, не бросил? Ну ладно, в рай. Как ошибка-то, а? Зараза. А, у него глаза сверкают, ладно. Так, не отмываешься. Нафиг пошел, и тебя нормального можно пропустить. Чак Норрис вообще святой. В ад. В рай. В ад. Давай-ка в чистилище побудешь. Пока что. А ты вообще нормальный перец, вроде как. Отказался от всего, но ты вообще идешь в ад, как бы. Так, 2, 4, 1. Да, сколько можно вообще гаечки-то подкручивать? Алло, где эта пятерка сраная? Текс, это вообще наверх идет. Блин, четверка там. Ладно, сейчас захреначим ее. Четверка, пятерка, блин, не сюда ее, надо сюда ее, вот. Так, вот, есть. Что-то они пошли такие сейфы длительные. Так, ты вообще в ад идешь. А ты куда идешь? Да ты идешь в рай. А ты в рай идет как бы, да? Как бы в рай. Ну, отмылся, нормально. И тебя
а ты даже не отмываешься. Пошел нафиг. Все. Вроде даже на бэху справились. Пару раз ошибся, но как для зеркала это нормально все. Пройдено. Пройдено, еще и черепов нарубали. Дофига. Никто ничего не хочет? Ну ладно, мужики, тогда начинаем. Бедность. На один признак меньше не надо. Вклад. Получи 10 черепов в случае победы. А вот это вот получим. Победа будет наша. Когда уже мне новое звание? Сейчас, кстати, тематический день. Праздничное будущее, жнец. Выглядит именно таким в глазах людей. Не знаю, я бы не сказал. Космические войны, далекие галактики, но для тебя это лишь выходной рабочий день с применением твоих огромных познаний. Да, полетели, полетели. Ой, да нифига себе, ты вообще такая прям... Ты не хочешь? Ну так иди тогда в ад. А ты в чистилище. А вот, вот давай, давай. Крепко сжимает оружие, поздоровался, хочет обниматься, отправить его в ад. Да. Нечего крепко сжимать оружие. Оу, воу-воу-воу. Нифига себе, это же этот. Из хранителей. У меня было смертельное задание, молодец. Смертельное задание у него было. Ты весь прямо отмылся, молодцом. Ты не отмываешься. Не можешь пройти. Что ж такое-то сегодня у вас? О, с баблом в ад попадают у нас. Без бабла нормально, вообще пошли тёлочки. Оп. Ну, давай. Что? Вот описание. Ковыряет в носу, бледный, крепко сжимает оружие, думаю, его чистилище. Нет. Перфекто, блин, ват. Давай. Жнец, доброго тебе дня. Да. Вот описание. Кровь под ногами смылась, не хочет в чистилище, кровь на теле исчезла, думаю, его ваты нет. Почему его... А, да, ну ладно. Тебя в ад. Тебя в чистилище. Что-то вы синюшные пошли-то в таком количестве, а? Что? А, ну сразу. А ты откажешься? Отказалась. Почти от всего отказалась. О, опять те сейфы, блин. Ох ты, твою же мать. Так, единица, тройка. Блин, это драная тройка. Четверка там... Ух ты, мне еще, блин, зараза. Сейчас чувствую, профукаю. Текс. Вот. Вот так вот как-то. Привет, друг. Клиент вызвал у меня сложности. Да знаю. Вот описание. Кровь под ногами смылась, кровь на теле исчезла, бросил оружие, отправить его в чистилище. Да. И ты туда же. А ты вообще нормальный. Ну, а ты не очень. Че? Вот ты даешь. Как-то ты умудрился под теми очками это спрятать. А, ват. Так, чистилище. Чё? Ват. Все инопланетяне попадают в ад. За исключением тех, у которых смылась кровь под ногами. Да? Не смывается. Несмываемые грехи у тебя, прикинь. Отказалась, молодцом. Вот та тетка, по-моему, из Mass Effect была. По-моему. Очень на нее похожая. Давай. Сразу топай. Ты... А это повязка? Нет. Ты... Вообще, ты стрёмный. Я думал, под повязкой один красный глаз. Или такого не бывает. А, ты с оружием, прикинь. Ты с ним даже не расстаешься. Давай. Перфект. А ты сюда. А ты куда? А ты в чистилище. Чужой подай в чистилище. Да, привет. Божественный свет, глаз плачет, хочет чашку кофе, думаю, его в чистилище нет. Божественный же свет, ты чё это? Космонавты попадают в рай. А ты? Ты тоже попадаешь в рай? Опять эта хренотень, блин, давай, где ты, двойка? Эх. Вот. Угу. Синий, зеленый или красный? Не знаю, в рай. Четко. На бэху точно отработали. Да, так и есть. Адекват становится гроза злодеев. Тут какие-то еще странные эти самые звания у него. Сколько мы новых-то ребят накалядовали. Чужого. Вот это явно из Mass Effect. А это из этого. Из StarCraft. Ну, я так это вижу, по крайней мере. Мы все погибнем. 100% катастрофа на уровне со второй недели, кроме тематических. Да пускай будет 100% катастрофа, окей. Или ее надо купить?
Я вообще не понял вот этого до конца. Ее надо купить, чтобы она была, или как? Ладно, купим. Я за. Куплено. Бедность не будем покупать. Так, 29-й день. Гроза злодеев начинает свой 29-й день. 45 не увеличилось, значит. Знаешь, нет, иногда очень бывает полезно сказать нет чему-то, что приносит тебе счастье, но не идет на пользу твоей жизни. Настроение у меня сегодня такое, хочется, даже не знаю, дать шанс тем же алкоголикам. А, давай с сегодняшнего дня все, кто отказывается от спиртного и разжимает руки, будет отправляться в чистилище. У кого разжились мозги, уже разжижаются, те попадают в чистилище. А чего я спрашиваю? Это теперь новое правило. Да понятное дело, ты меня вообще не спрашиваешь. Начинай свой день, жнец, начинаю. Ах да, прошел слух о десанте войны. Будь начеку. В каком нахрен десанте войны? Ты с лету отказался, да? О, Боб! И что? Ну и что? И что это значит? Что это было вообще такое? А, эта тетка попадает в ад, да? А кто там еще в ад попадает? Не знаю, кто-то попадает еще в ад. Ты попадаешь в рай. Ты тоже попадаешь в рай, а ты не попадешь в рай. Вот описание. Ждет заката, кровь под ногами смылась, кровь на теле исчезла, теребит сосок, отправить его в чистилище, да. Давай сюда. Так, тетка с какой-то книгой, ну хорошо. Так, давай сюда, ты сюда, ты сюда, ты налево, ты направо. Что ж ты делаешь-то, гад? Так, вот. А ну-ка, 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 ну-ка. В смысле? В смысле? Что с ним было не так? Вот. А, ты, это она, да? Вот, отлично. Текс, ну ты хороший чувак вроде как. Что ж ты, Боб-то, вечно в разных ипостасях? Почему? Почему? Что-то я не въехал. Пару раз я что-то не въезжаю в это дело. Или я что-то не замечаю. Здорово, здорово. Приносит воскрешение. Просит воскрешение. Хлопает в ладоши, божественный свет в глаза. Да, конечно же, в рай, блин. Второй раз, да? Вот описание. Машет рукой, хочет обниматься, держит карандаш весь в ожогах, думаю, его в рай. Да. Хорошо. Металюги в ад попадают. Отказался от бухла, ну молодец. А ты тоже молодец. Почти что. Давай сюда, ты. Да нет, ты нормальный же пацан. Катастрофа. Ну сейчас посмотрим, как справимся. И ты, Брут. Да, и ты, Брут. Направо. Налево. А ты куда? А ты посерединке, значит. И ты направо, налево. Куда-то, в общем, он идет. К дьяволу. А ты вообще нормальный пацан, вроде как, с виду. И ты тоже. И ты отказался от бухла. Не хочешь? Ну иди в ад тогда. Отказался? Чистилище, молодец. Ты же гладиатор был или как? Или мне кажется? Ой, Лебовский. Лебовский отказался от бухла. Бывает такое. Тик-тик-тик, ты нормальный. О, ну иди посмотри на него, раз ты так хочешь ее видеть. Не хочешь? Давай сюда тогда. Вот, вот. Ты куда? В чистилище. Чё? От винограда отказался, но в чистилище тебе дорога. О, молодец. Одобряем. Ну, тебя туда же. Работа выполнена. По-моему, даже на бэху. Плюсом. Даже несмотря на наши ошибки. Мои. Вот это вот крендель был же из этого. Или из Спарты, или из Гладиатора. По-моему, из Спарты. Или из Гладиатора. Или из Спарты, или из Гладиатора. Откуда-то. Оттуда. Война. Обожаю воевать. Эти трое очень далеки от настоящего смысла жнец жизни. Ты работаешь на меня, но я хочу... Не работаешь на меня, но я хочу предложить прикоснуться тебе к прекрасному и отработать следующий день в мою пользу. Да почему, собственно, нет? Не бесплатно, конечно, и кроме оплаты ты получишь вагон самоутверждения и мужественности жнец. Как тебе такое? Воистину мужественное предложение мужское. Да хорошо, хорошо, отработаем в твою пользу. Не проблема вообще. Что? Люди объявили голодные игры. Открытыми, жнец.
Это игрища, брендированные голодом, и на которых творится безбашенное веселье не без помощи войны, конечно же. Меня не устраивает такое положение дел, потому что в случае успеха эти игры будут повторяться год за годом и могут проникнуть в другие точки времени и вследствие вселенной, приносясь вместе с собой множество жертв, с которыми придется работать нам. Да, блин. Поэтому у меня есть отличный план сбросить на них водородную бомбу, чтобы голодные игры не стали достоянием общественности. Да не, не надо, пускай станут. Нужны средства, жнец. Эдвард Теллер обещал представить свое изобретение. Не, фильм, конечно, вот как по мне, один хуже другого. По возрастанию. Чем новее, тем хуже. Но мы не будем, пускай играют там все в голодные игры, пускай. Ничего страшного. Хардкор, одна ошибка, значит поражение. Ого! Вот это интересно. Отключить телефон. Да не надо отключать, что ты. Будем смотреть просто подольше. Гроза злодеев сейчас посмотрит. Смотрит без ошибок или нет. Хе-хе. У меня появилась отличная идея, как мы можем улучшить свое и без того хорошее состояние. Давай бороться с проблемами тем же средством, которые эту проблему порождают. Если существо готово расстаться со своим богатством, отказаться от алчности в пользу очистки своей совести, отправляй его в чистилище. Я все понял. Отказ от богатства обеспечивает пропуск на искупление греха. Что? Алчность? Нет, мы не такие, конечно. Давай без лишних вопросов, жнец, начинай работать. Что-то эта смерть начинает немножко подкручивать болты. Ах да, жнец, я полагаю, ты не боишься крыс? Вообще нет. В рай. С лету в рай. Что? А, крыс надо сваливать. Понятно. Ты в ад. Ты в рай. Молодец, отказался. Ну так вообще отмылся, молодец. Чё, не отказался? А почему? Он не отказался от жертвы. Что? Почему нет? Почему нет, блин, поражение? Сразу, так быстро? Дальше. 30 дополнительных секунд. Не надо, мы все погибнем. Катастрофа, да? Не надо её. Нет, давай переиграем, конечно, повторить. Да, я все понял, давай. Что за херь вообще такая? Я что-то порой упускаю, да? В ад, блин, иди. В рай. В ад. В чистилище. В ад. Туда же. Че, нормально? Почему ошибка-то? Что у него было? Я порой вот не знаю этих приколов, не вижу. Это последнее время появились. Не отказался. Ты не отказался. Ты по-любому. Ты отмылся, но с рогами. Ты нормальный вообще пацан. А ты тоже, тем более. Не отказался, но... Да почему? У него же книга была. Алло, ну и как это? Твоему лицу нужны пластырь нужен. Да зачем? Что ж такое-то? Что ж такое-то с ними происходит? Да, давай. Вот описание. Тьма во взгляде теребит сосок, бросил сэндвич, думаю, что его в чистилище. Тьма во взгляде. Ну да, давай. Так. Нафиг. Ого. О, отказался от денег. Молодец. Опять эти сундучки, блин. Где эта пятерка? Где эта тройка? А единица-то где? А, вот она где. Секундочку, блин. Давай как-то сделаем наоборот, да? Угу. Вот так вот. Ну, почти. Секунду. Сейчас все будет. Мы должны успеть. Я что-то перестал соображать. С этой хренью, блин. Ох, надо ее поменять местами. Угу. Опять вернулся к этой же херне. Да что ты будешь делать? Все, у меня мозги отключились намертво. Первую проиграем, да? А может и нет. На последних секундах, да? Не выиграем. Да, взорвалось. Все.
А что это оно в рай пошло? Убили меня ни за что? Да, было интересно, а что оно пошло в рай? Напишите, если знаете. Так, ну ты от дуршлака не отказался, ну ладно. А ты от всего прям отказался. Катастрофа. И ты брут. Хорошо, давай. Нет, вот. Вот. Ты чистилище. А что у тебя? И ты брут, да ты... Да ты крут, ну, прикольно. Да, блин! Я так и знал. Я так и знал, что проиграю. Доброго ничего, приятель. Новый клиент. Я так редко встречал. Нужна твоя помощь. Хочет обниматься, кровь под ногами смылась, сбросил оружие, думаю, его в ад. Не, не надо его в ад. А тебя вот надо в ад. А тебя? Тебя тоже надо в ад. В ад. Срочно в ад. В ад, в ад, в ад. Че? Бросил булочку. Молодец. Легендарно. Да. Давай сюда. Давай-ка ты. Ты молодец. Правильно, конечно, правильно. Так, вали, 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 вали. Крыс, вали, крыс. Этих долбанных крыс, вали. Все. Отлично, в ад. Рай. Туда же. Да, да, да. Здорово. Вот описание. Бросил сэндвич фанат Overwatch. Кровь на теле исчезла. Думаю, его в чистилище. Ха, ну хорошо. А тебя? Рай? Ват? Это считалось за бухло, что ли? Понятно, хорошо. Ват. Да, что? Снова привет, меня пугает мой клиент. Давай. Сильный кает, бросил сэндвич, кровь под ногами смылась, отправить его в ад? Нет. Нет, зачем же? Вот этого в ад, вот это сразу видно, что в ад. Я вообще не понимаю вот этих вот парочку приколов, я не въехал еще на самом деле. А с сундуком было прикольно. С этим, с ящиком, сейфом. На бэху отработали и нормально. Все в порядке у вас, мужики? Если ты ошибаешься во время катастрофы, ошибка будет прощена. Не надо, починка. Сломал лифт, его незамедлительно починят, но лишь раз. Ну ладно, давайте отработаем еще и 31 день. Давай, гроза злодеев. Надо же, жнец, с каким парадоксом я сегодня столкнулся. С каким? Решил тряхнуть стариной и немного поработать ради веселья. И что я обнаружил? Человек отказался от рая. Здраво рассудив, что каждое существо имеет какие-то свободы, я не стал его принуждать к раю. Но и ада он не заслуживал. Поэтому я отправил его в чистилище, чтобы он успокоил свою совесть. Таким существам дорога в рай открыта сразу, как они будут готовы. Прикольно. Это правило на сегодня. Отказ от рая ведет в чистилище. Хорошо, приступаю. Ах да, надеюсь, у тебя хороший вкус. Надеюсь, сразу. Жнец, добрый день. Да, добрый. Очень черные глаза, держит карандаш, грустит, кровь под ногами смылась, отправить его в ад. Нет. Да сколько можно? Вот описание. Хмурится, крепко держит священную книгу, потерял интерес, думаю, его в чистилище. Да нет, пускай... Да, блин, ладно. Что? А, хороший вкус. Это мы все забираем. Не нравится? Я немножко не понял, ты херень. Ладно. А, вот про эту хрень я совсем забыл. Так, ну ты отказался. Точно, вот из-за этой хрени они иногда меня проламывали. Ладно, на тебя. Ты сюда. Кто там вообще? Мужик какой-то с усами вроде. Ват. Ты отказался, ну и ладно. А что, это мешок с баблом был, да? Или просто мешок? А показалось, что с баблом? Ну, не знаю. Ват. 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 Это он? Ну, это же он. Ват. Правильно. Отказалась от всего, молодец. Вот. Что? Врай. Не хочешь ват? Врай не хочет. Ты пойдешь в ад. Почему ошибка, мать твою, за ногу? Почему же ошибка-то, а? Ладно, пофиг. У него же корона была. У него же была корона. Или это не корона? Это была корона, 100%.
Что? Что? Мои приветствия, Жнец. Клиент вызвал у меня сложности. Вот описание. Одежда в кровавых пятнах, жалуется на холод, бросил оружие, думаю, его в рай. Как это? Чем ты думаешь вообще? Вот этого в рай, вот этого в ад. И туда же. Гендальф. Гендальф. Что? От всего отказался? Ну, молодец. А ты? Ну, ты вообще молодец. А ты не очень молодец. Чистилище. Ой, этот сейф мне взломал мне, сука, голову в прошлый раз. При том, что здесь не так-то и сложно на самом-то деле. Все это решается. Вот. Это было временное помутнение рассудка. Ладно, не хочешь, не надо. Что? Что это у него в руке? Я еще не въезжаю. Ладно. Что? От всего отказался, молодчина. Ты? Ты-то вообще нормальный, с лету. В чистилище в ад. Го-го-го-го-го. Не хочешь? Ну, сиди тогда в чистилище. А ты в ад. А ты в рай. Чистилище по тебе плачет. Нормальный мужик. О, инопланетяне от мухла отказываются, надо же. Го-го-го-го-го, ват. Вот опять эти сраные крысы. Я вот только не понял, там во время варки этого самого нужно... отказался от всего, Джей, молодец. Нужно щелкать, потому что я хочу или потому что я не хочу. И вот с этим вот не понял. Надеюсь, у тебя хороший вкус, блин. Трали-вали, свари мне говна, кот, ват, я сказал. Ты еще нормальный. Все, работа выполнена, блин. Конечно, выполнена. Б. Ну, Б, оно и есть Б. На самом деле, очень даже неплохо по черепам. По времени просто не очень. Так, ребятушки, вы без профилактики. Лифты и стражники работают медленно. Ну, бывает такое. Бедность, да не надо бедность. Дальше. Давай-ка отработаем еще и 32-й день. Давай. Крюгер, ассасин, агент 47, тот злодей из боевика. Нифига себе, тот злодей из боевика. Это про Джексона, что ли? Так, их всех объединяют две вещи. Первая, они убийцы. Вторая, их всех выдает признак агрессии. Итак, Жнец. На сегодня у тебя очень веселое задание. Ведь близится конец недели. Всех существ с признаками агрессии в позе, которые даже тут угрожают своей последней судьбе, своей тебе, судье, хорошо. Отправляй в ад при любых обстоятельствах. Хорошо. Да, свершится правосудие, да, свершится. В рай. В ад, верно. Так, баба с автоматом идет в рай. Ну хорошо. Баба с автоматом идет в рай, а мужик с бухлом идет в ад. Эй! Это была ошибка, я знаю. Это случайность просто. Бывает. В ад. В ад. Где баба с автоматом, а? Куда ты ее спрятал? Вот, она попадает в рай. Кто еще попадает в рай? Мужик с луком, да? И с рогами. В ад. А, вот сюда, да? Хорошо. Тебя сразу в ад. И тебя тоже. Что-то вы пошли адские такие. А? Что это вы в ад-то захотели все? Где эта пятерка долбанутая? Вот здесь она, блин. Сейчас все, блин, будет. Давай так. Тык-тык-тык. Ладно, пятерку надо забрать. Угу. Вот так. Почти. Двойку. Блин, нет. Нет. Вот так. Вот. Фух. А вас не Ольга звать? Да нет, ты прикинь, не Ольга. О, да это воинственный придурок. Верно. Верно, все верно. Так, ну тебя, естественно, в чистилище. Так, опять звонит этот полупридурочный. Давай, здорово. Вот описание. Кровь на теле, исчезла обувь в кровавых пятнах, трусы на голове. Трусы на голове, это по-любому в ад. Сразу с лету, без разборок. Даже без крови отправился бы в ад. В ад. В ад, блин. Я тебе говорю, ты в ад идешь. Все, там больше никого нет. Металюга. Ай, катастрофа. Ну, давай попробуем. Мы борьба за нефть. Мы попробуем осилить борьбу за нефть. Чистилище, молодцой.
Ты в ад? А ты куда? А ты, блин, тоже в ад. Жрешь много, ты пьешь много. Ты чистилище заслужил. Ты заслужил тоже его же. А ты в ад. По-любому, вот. А ты смылась, у тебя все хорошо. В рай. В рай. В чистилище. В ад. Смылась, да? Вот, вот. Все равно ват. Все равно, блин, ват. Все отмылось. О, отлично, правильно. Все хорошо, все хорошо. Го-го-го-го-го, ват. Го-го-го, о, ват. Во. Здравствуй, жнец. Клиент вызвал у меня сложности. Вот описание. Крепко держит книгу сатаны. Кровь на теле исчезла. Кровь под ногами смылась. Отправить его в чистилище не... Го-го-го-го-го-го-го. А ты не отмываешься даже совсем. Джеюшка, ты в который раз уже в рай попадаешь? Что тебе там не сидится-то вообще? А тебе в аду. И тебе в аду. Так, ну что? Ага, ага. Не-не-не-не-не. Во. Ага. Мухомор. А может, не надо мухомор? Отвратительно. Зараза. Ладно, куда тебя? В рай. Надо будет еще надрыгаться с этими, блин, приготовлениями их. Хотя сейчас более-менее неплохо приготовили. Или мухоморы надо брать. Каратель! Нихера себе! И все равно, а. Интересно, сколько бы мне дали черепов, если бы я правильно приготовил? М? Фиг знает. Наверное, много. Чумушка-чума, жнец, ты бы знал, какой я занятой. Завтра мне нужно пройтись по миллионам лечебниц, и все потому, что работать приходится самому. Так как я буду в разъездах во многих измерениях сразу, мне будет тяжело контролировать то, что тут происходит. Не желаешь отработать день в мою пользу? А почему бы и нет? Ты у нас не самый отстающий, но все-таки очень рад слышать награда после работы. Вот и вот как-то так. Что там еще? Сколько? А если ты ошибаешься в первый раз, ошибка будет прощена. Авторитет, дополнительное влияние, все понятно. Все понятно с вами. 33-й день уже на носу, на самом-то деле. Осталось еще тут не так и много. Это уже 7-я последняя неделя. На Б с плюсом. Ну что же, вот, вот трудности у меня вызывает эта варка, блин. И я забыл совсем про этих кренделей. Туда даже вниз не смотрел, а потом удивляюсь, а чё это они у меня такие, блин, вообще не хотят туда, куда надо идти. Точнее, хотят, но вечно суют ошибки мне в лицо, тыщут ими. А все потому, что я забыл совсем про эти особые приметы, блин. Ну, бывает. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и... Ба-бай!